Сегодня у нас в гостях замечательный человек, герой России, участник боевых действий, Туленков Данила Юрьевич. Поприветствуйте его, пожалуйста. В соцсетях набирает популярность видеоролик, якобы снятый в одной из российских школ, который на самом деле при проверке оказался фейком от украинских троллей. На видео перед школьниками выступает якобы участник СВО. Так что, ребята, забудьте за университеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать и еще раз копать. Девочкам же он советовал выходить замуж за штурмовиков Z. Ищите мальчиков в Шторм Z, любите их, относитесь к ним с нежностью. Редакция The Insider также получила через бот обратной связи это видео и решила его проверить. Самое первое, что вызвало подозрение, это прямой ракурс съемки. Человек не прятал телефон и снимал урок вполне открыто, что обычно не приветствует учителя. Человек, приславший видео, сообщил, что якобы эта запись сделана в 48-й школе в Рязани, а учительницу, которая попала в кадр, зовут Подпаринова Тамара Ивановна. На сайте школы не оказалось похожих преподавателей, а на фотографиях, которые обнаружила редакция, учительница Подпаринова сильно отличается от женщины на видео. Однако в бот обратной связи написал еще один якобы ученик школы и прислал такое же видео, только сделанное с другого ракурса. Он даже согласился подтвердить свою личность и прислал ссылку на фейковую страничку в сети ВКонтакте, сообщив, что его зовут Денис Матвеев. Однако при проверке аккаунта выяснилось, что он был зарегистрирован всего 4 дня тому назад. Редакция через Telegram-боты решила проверить фотографию из профиля Матвеева. Как оказалось, само фото принадлежит некому Андрею Ревуцкому из села Оленина в Украине. Более того, сам якобы участник СВО на видео использовал обороты, более типичные для украинского языка. После этого сам провокатор довольно быстро признался в попытке опубликовать фейк. Андрей, в чем смысл слать подставные видео? Вы же плодите фейки, и просто никто скоро ничего публиковать не будет. Это не первый раз, когда редакции оппозиционных российских СМИ сталкиваются со вбросами. Однако, если раньше тролли фальсифицировали в основном документы и фотографии, сейчас снимаются целые постановочные видео с актерами и декорациями. Журналисты «Инсайдера» продолжают работать и рассказывать правду. Поддержите наш канал, поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Это поможет распространить это видео. Если же вы сами стали свидетелями важных событий, присылайте нам фото и видеоматериалы в черный ящик.